Привет! Это Виктор Афонин, директор по продажам Oriflame Россия. И сегодня я хочу поговорить с тобой о твоем успехе. И для твоего успеха у нас есть мощный инструмент, о котором ты наверняка уже знаешь. Это программа «Все в плюсе». И у меня для тебя есть три причины, почему обязательно нужно участвовать в этой программе. Во-первых, это не только о самой программе, это о твоем успехе в бизнесе, о твоих новых уровнях, о твоих званиях, о твоих премиях. И о том моменте, когда мы будем награждать тебя на банкете с твоим новым чеком и с твоим новым званием. Это в целом про твой успех. Второе. Это про бонусы, которые ты можешь получить в рамках этой программы. Десятки тысяч рублей. Уже на них ты можешь начать воплощать свои мечты, свои цели. Может быть, новый iPhone или MacBook, или может быть, даже небольшое путешествие. Ты сможешь позволить себе с этими бонусами. И третье. Особенно, если ты уже менеджер или директор, я хочу сказать тебе одну важную вещь. И вообще, если есть секрет в нашем бизнесе, то вот он, будет сейчас. Это вообще не про тебя. Это не только про тебя и про твои достижения. Это в первую очередь про твоих людей. Поэтому задумайся о том, какие возможности есть для того, чтобы замотивировать твоих ключевых бизнес-партнеров, поставить им цели и вместе их достичь. Потому что если будут расти твои ключевые бизнес-партнеры, ты будешь расти. Это и есть суть нашего бизнеса. Теперь, что самое важное, что нужно делать? Во-первых, быть активным, делать личный товарооборот. Это очень важно, потому что в первую очередь ты показываешь пример своей структуре. Во-вторых, личное рекрутирование. Вообще без рекрутирования в нашем бизнесе рост невозможен. Поэтому минимальное требование, которое есть в рамках программы, 2 личных квалифицированных рекрута каждый каталог. И третье, конечно же, рост новых уровней и рост твоего бизнеса. Так что, двигайся вперед, выходи на новые уровни. И я буду награждать тебя вместе с коллегами на сцене, новыми чеками и, конечно же, премиями в программе «Все в плюсе». Удачи!